Вот накачивая лодка, сплав по базарихе, 2020 год. На улице карантин. 9 мая. 9 мая с праздником Победы. Что ожидает нас, друг, на поворотах? Этого мы не знаем. Этот раз мы плывем уже на двух лодках. Вот эта лодка, на нее можете не смотреть. Вот на эту смотрите. Это лодка. Смотрите, победитель. Такая лодка вся. В общем, друзья, плывем на двух лодках. Вот Санек, вот я, пират у нас. Миша. В общем, пока река спокойная, но узкая. Миша же первый раз плывет по базарике. По базарике первый. Чем отличается базарик от мак? Что вы можете сказать? У нее другой характер. Характер, все правильно. Смотри, какие скалы. Угу. Вот когда вблизи проплываешь, да, такие огромные. Сегодня солнечная погода очень. Ну как солнечная, местами солнце специально подбирали. 9 мая. Хорошая полянка. Ну. Вот здесь. Саня! Вот здесь вот я засажусь. Короче, когда тут солнце светит, становится дико жарко. Как только оно уходит, ветерок дует, становится дико холодно, что охота пуховик одет. Вот можете посмотреть, да, вот, чтобы еще погоду, чтобы меня кусапса. Вот, елочки, мои елочки. Саня вроде справляется, но еще завалов не было. Ну да, еще... Я профессионал в своем деле. Все равно, тогда была речка первопроходная. Да, мы еще не знали. И на каждом там повороте не ясно, что будет. Но. Ну вот такие елки, да, смотри, древние. Смотри. Я уже снял. Смотри, тогда смотри на вершину прям. Ух, такая прям елочка. Дятел. А вон, по-моему, какие-то эти радуги. Я не знаю, как их сплавщики называют. Тюрьмочки, может быть. Это расчески называется. Какие? А, да, которые нависают, да? Это расческа. Она находится тем, кто может что-то вырвать с лодочки. Понятно. Вот такие существа летают. Вот, смотри. О, все. Ну что это такое? Люся, 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 Люся. Просто в разные моменты мы насыщаемся. Слюни у меня идут, не бегут? Не бегут. А то, говорю, вечно на камеру пена какая-то начинает изо рта идти. И хрен, говорю, кто скажет. Окей, там, Семен, веселенько. Пену вытери, я тебе сейчас это
перезапишу. В итоге Семен там полчаса с пеной вот там вещал. Ну знаешь, когда много говоришь, порой там слюни, блин, скопятся с уголков рта. К 9 мая что-нибудь спой. Этот день победы порохом пропах. Этот праздник со слезами на глазах. Это все, что я знаю, за копейки. Когда вы домой придете, вы 100 грамм фронтовых будете брать? Не. А ты что, взял с собой? Не, я только пиво и все. Ну ладно. Умоляю. Мысли всегда дальше идут, чем нас заводит. Вот такие неприятные вещи. Мудро сами потом деньги свои. Убить демона значит. Ой. Это вот такая техника обхода. Смотри, давай. Саня, помахай рукой. Где? Ну-ка, держись. Выгоревший лес. Да красивый, красивый. Ну как же. Это взгляд. Похоже на грибы. Да, взгляд Дэвида Блейна. Как косточка. Большая. Выжимухлая. А может оно и горит еще? Или просто. Ой, ой. Ну чуть-чуть, я не знаю, как вы чуете. Может нам в носу поковыряться. Оно пахнет не дымом, оно пахнет обгорелым. Но... Держи. Вот, взялся бы в поход свидетельница Иеговы. Ну-ка, Люся. Холодно просто. Уши надувает. Отталкивайся. Вот так. Молодец. Вот нас вот так вот развернуло. Еще ты сможешь. Ну-ка, давай. Вот ты немножко Ну, давай. Во. Отлично. Молодец. Вот на что свободна русская женщина. Что-то, по-моему, Люся в платке на Агафью Лыкову похожа, на молодую. Пишите в комментах, похожа ли Люся на Агафью Лыкову. Чтобы уши не дуло. Бобры поработали. Обточенные. Вот я джентльмен. Давай, Люсенька, перехай, хорошая. Что-то ты не такой добренький был. Давай, лапонька. Видите, как я ей помогаю. Давай, иди. Все, давай, да. А что ложку забыла? Что, давай твою. Ну, давай себе мои принесем. Обновки и завалы. Я не помню. Нет, у твоей слова нету. Должен, нет.
Молоденькие шишечки. Мало ли встанешь, чтобы не коряшку закрыть. Кушаем дары природы. Ну вкусно же. Первые жарки. Ты злый. Типа тебе, тебе цветы. Красивый лес. А, хорошо, хорошо. Ну все, у меня просто этот навигатор плохой. Да хватит, да. Ты там мне просто я просто на деревья ветка, смотрю. Палка, Семен, будь осторожен. На, и на лавочке. Не, Алюся молодец. Ну-ка, Алюся, разверни нас. Не туда, туда, в другую сторону греби. Вот так вот, да. О, видишь, как получается у тебя? Наконечник. Да. Ну, на самом деле, на камеру оно не так выглядит. Ну, да. Не так, оно кажется, что меньше. Какие необычные тут скалы. Мастерство. О, меня видно. Шуматец. Вот она, стояночка. Заварили себе лапши. Стали около вон такой вот скалы. Что-то немножко подустали уже в плане это. Кушать охота. Ну, немножко все равно уже устаешь от постоянного плытья и охота походить. Туалеты во всякие сходить. Хоть харю-то свою посмотреть. Пены там нету никакой. Где репеллянт? У меня. Так, давай. Наш взгляд своих не покинет гнезд, что подвешены посреди звезд. Он войне возвратит пустоту этих строк. Кто в тюрьме, кто-то видит сотни дорог. Смерть за лицами новый кумир. И укроет тебя электрическими. Там, где мудрое слишком рано станет седым. Но мы встанем, как всегда. Там, где юное. Там, где придется. Да нет, там неплохое место. А там лес. Thank you.
все, друзья. Всем хаю-хай. С вами Ивангай. Чудесное утро. С вами велопосланник на связи. Спал я хорошо, было тепло. Клещей, блин, мерено-немерено. Ёлки-палки. Вон Санина палатка красненькая. Ну чё скажешь? Ауе, братва. Хорошо, клещей много, один даже мне в бедрышко немножко. Ладно, все, говорить нечего. Сейчас мы собираем вещи потихонечку и сваливаем отсюда. Брат скажет в комментах, этого жирного с собой взял. Утешенника, блядь. Я не матерюсь, я стал культурным. Да, да, да. Знаем вашу культуру. Ладно. Давай. Все, поплыли. Чисто залезть и вылезти. Красиво. Блин, я бы голый скупался, чтобы трусы не мочить. Эпично. Эпично справляюсь на таких вот порогах. Пчелок пел. Кто пчелок уважает? Просто прилетел. Кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Вот. С утра проснутся пчелки, с утра причешут пчелки. Сейчас мне причешешь. Вечером на пасеке играют пчелки в классики. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того не жалят, кому приносят мёд. Что-то мы в заведь конкретную попали. Ну пускай, давай постоим чуть-чуть. Пока. Ну, камера не передает. Mm-hmm. Согласись, да, Люся, не передает. Mm-hmm. То есть, когда ты смотрела мое видео, оно как-то не так. А вот вживую оно большие. Mm-hmm. Да. Всем привет. Пользуясь случаем, передаю привет маме. Еще хочу сказать, что я люблю Леню Якубовича. Ему от меня огромный привет. Мы вместе с семьей смотрим его передачу. Сектор приз!
Вот так вот, хорошо. Это сибирские реки. Люся все фотает тоже, питается. Без футболки еду, жарко, сейчас буду купаться, походу, я. О, Саня, в натуре. На улице 10 мая. Сибирь, блядь. Стронг. Оно телу нормально, ноги очень сильно сводит. Так, и клещи бы осмотреться. Ты на себя не нахватала? Понимаешь? Да. Итак, друзья, вот мы искупались тут. Я, Люся. Санек не стал купаться. Вода холодная. Ну, еще весна. Тут снег сошел-то, наверное, дней 10 всего назад. Вот. Вот такие чудесные виды вы можете лицезреть на наших местных реках. Это вам не в Таиланде, друзья мои, и не где-либо еще. Это у нас тут свой ихтер есть. Пирожки всякие. Вот так вот. Вот такой Йеллоустон. Ой, Люся, давай, работай. Ой, пауки всякие. Вот это красота, да. Вот очередное кадры мы снимаем. Как говорится, это называется снимать, не переснимать, да? Это такое видео, как... О, какая красивая кадр. Это такое видео, чтобы это нервы у вас успокаивались. То есть вы будете смотреть, а вам хорошо, вы такие, он типа вроде как и сами сплавали. Главное, чтобы картинка-то статичная была. И я, смотрите, не центрально в камере, то есть я вот сбоку где-то там нахожусь, а остальное природа. Это чтоб мне не писали всякую херню, типа ты, говорит, морду свою снимаешь много, говорит, нам надоело нам. Красиво. Могу даже, хотите, если вон встать могу, вон с веслом, блин. Посмотрели вот меня, красиво, как веслом мошу. Ой, пробку Семен потерял, молодец. Надо новую выпиливать себе. Да, на весло. Хотите, вам опять минуточку эстетики сделаю? Это вот так, когда пальчиком я. А? Видите, как хорошо. Это вот даже на память. Хотите еще эффект реализма, вот так, когда это в экран водичка. Дорогие товарищи, вот приплыли к порогу. Ой, ты Ха-ха-ха!
Как-то ночь на пороге ждала и свеча, хоть и кстати пришлась, только рифма, тетрадь не легла, и мелодия не родилась. Вот и слушатель заскучал, и компания на концерт не пошла, только давший слова все молчал, оставляя поэту другие дела. Давший знал, беда прорвалась, как отрава, как спечь голова. Будто женщина, чья любовь продалась, как любовь. Продавали слова, торговали из размалеванных сцен, из загадки жилищ пауков, из беды проколотых вен, привычки божьих рабов. Что ж вы за поэтов взялись, ведь они же нам не враги, но продавали слова, береги.